Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Итак, всем привет, мои дорогие подписчики, а также гости канала. У нас сегодня игрушечка Ангело Эдемон One Hell of a Quest. Да. В общем, всем, кто любит и играл когда-то в Петьке Василий Иванович или там Колобки, в общем, будет это просто понравиться зачетная игра. Итак, здесь такая довольно-таки прикольная. Здесь типа на это, по-моему, от российских разработчиков. Спасибо ему за предоставленный ключик. И, собственно говоря, меня довольно-таки она заинтересовала, хотелось вспомнить молодость. Итак, поехали. Последний клиент на сегодня живет где-то здесь. Ненавижу позднюю работу в пятницу. Да ладно, мы за него играем. Да. Устал я уже. Лучше запустить хитрую машинку. Ну, как, где... Подожди, а где тут... Телефон смерти, да? Ну, давайте. Применить телефон. Ну, нет, а, подождите. Дрончики такие, блин, ну слушайте, стёбно. Не доплачивать за лишние души. А, ну хорошо, пошли. Так, а куда нам ехать, а? Ну давай. Блин, ну как всегда. Ну слушайте, действительно, у нас очень часто. Да, хочешь на лифте проехать, а он, сука, как назло, сломан. Так, а это у нас какой-то геймер, да? О, блогер, слушайте, как и я. Видеоблогер. Рендеринг, видите, он там занимался. Этот проект повреждения может быть открыт. Вот как прям вот, вы знаете, вот будете смотреть, вот у меня бывает очень часто такое. 5 часов рендеришь, а потом бы... Так, квартира номер 6. Найду и поеду наконец домой. Да, ну что ж, мы походу, ну не то что мы, да, это скорее всего он неправильно сейчас вот эту квартиру, так сказать, найдет, да. Ну давайте пойдем. Ну, мы-то видим 6, да, а, ну и нам игра ведь не позволяет. Мы-то понимаем, что это ни хрена не 6. Ну, давайте, поехали. Звонок. Так. Так, теперь мы за чувака играем, хорошо. Ну, это типа развитие события такое. Отличный костюм, приятель. Удрался. Косплей с вечеринки, твоя фоточка. Привезет мне погрузочный лайк. Чё это, да? Поди передо мной, твой час пробил. Вау, зачетный голос. Это твой последний миг. Приготовься. Окей, готовы, что дальше? Как мобила. Батарея мертвее, чем я. Окей, приятель, давай так, я за... Держай твой мобил, ты забираешь меня из этого мира, и все. Окей, хорошо. Так, где... А, давайте спросим, где его голос. А где твой крутой голос? Это была программа на телефоне. Обязательно качну ее. Ладно, обожди здесь. Пойдемте зарядим ему телефон. Ну, такой вот, знаете, вот квестики, да, вот вы помните,
Ну, здесь, конечно, поприкольнее сделано, и диалоги поприкольнее. Микроволновку что он будет делать, интересно? Ну, дверца, греть. Боже мой. Это не круто включать ее пустое. Да, серьезно, не круто включать пустое? Да, я включал, ничего, нормально. Так, что это, лайк? Внутри меня запекает хайтер. На самом деле, между этими двумя пальцами нет разницы. Вот, действительно. Вы тоже можете так сделать. Ну, для моих видео, конечно. А, чувствуете, да? Это вот как раз он набегает тоже. Ставьте лайки, 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 лайки. Ну, дизлайки тоже. Я, на самом деле, не обращаю внимания на них, как и, собственно говоря, вот правильно он и делает. Золотая кнопка ютубера у него, ни хрена себе. Магнит яблока. О, этот могучий фрукт может поднять цену любого гаджета. Даже холодильника. То есть мы забрали, да? Ну хорошо, давайте этот. Нет, не этот. А что золотая кнопка? Золотая и фальшивая. Вот, отлаилась внизу грязь. Добро пожаловать в онлайн мир. Золотая кнопка, золотая. Я вот поэтому... Говорю, вот лучше в такие игрушки, да, вот ретро поиграть, нежели, ну, а-ля ретро, чем вот эти 8-пиксельные. Так, ну, хотя Stoneheart вроде ничёшная такая игра, ну, а-ля Minecraft, если что, видео там есть. Книга, книжки это круто. Читать это круто и модно. Может, я тоже когда-нибудь попробую. Окей. Слушайте, знаете, давайте я немного голос речи понижу, потому что, ну, мало ли, это все-таки как-то орать будет. Что-то я вот хард, когда записывал, Stoneheart, мне как-то все это орало. Ручка нужна? Нет, не нужна. Это мы не берем, это мы не берем, это мы не берем. Ручка. Так, о, ледочел. Ледовой человек, это человек изо льда. И все, да? Суп. Это китайский суп, примерно такого же возраста, как и сам Китай. Ага, помидор. Тухлый помидор. Фух, слава богу, нет. Мой палец чистый. Яйцо. Забираем. Оно липкое. Так, что мы еще можем забрать? Чипчики. Все еще хрустят. Все еще хрустят. Блин, они, может, там... Ой, они, может, там не уже лежат год, может быть, да? А он там... Хренакс и сразу зажрал это все. Так, ну, больше мы ничего здесь не можем, да? Забрать ничего. Хорошо, пойдемте дальше. Это я почему, собственно говоря, хожу? Потому что, ну, мало ли пригодится, да? Так, давайте розетку найдем, потому что нам нужно зарядить. Поврежден, ошибка. Блин, блин, блин. Ладно, хрен с тобой. Кабель. О. Так, вот, нам нужно, значит, мы берем телефон смерти, подключаем. Киберкос, это не нам много объясняет. Сейчас воткнем. Эй, ну не вижу тут никаких дырок. Я думал, что убрать аудиоразъем это уже революция. Пускай владелец расскажет, как заряжать этот хлам. Зашибись, блин. Так, ладно. Ай, блин. То есть еще и, блин, опять этот беготня. Ну давай, смерть, рассказывай. Как это заряжать, блин? Ну как и заряжать эту киберконсервную банку? С помощью энергии молнии, поражающей личное пространство, заставляющей его вибрировать. Беспроводная зарядка. Блин, придется заморачиваться. Только два места в моей берлоге, вызывающие ассоциацию с беспроводностью, и нет, и работающая микроволновка. Вот, тогда мы идем, не, ну, недаром же я микроволновку, да, полез. Давайте мы попробуем его сюда засунуть. Мне кажется, нужно кое-что еще. Угу. Ну... Наверное, вот это? Это плохой выбор, поверь мне, плохих... Ага, хорош. Ладно, так, подожди-ка. Газировку? Ну, газировку сюда, блин, смысла нет. А вот это что такое? Помощь, да? Помоги, пожалуйста. Вернитесь в зал. Ну. No.
Примените известно, где рука на смерть. Нет, стоп, не хочу. Стоп, стоп, стоп. Робот. Ага. Забрали, да? Или мы его. Или мы его просто тупо выкинули, да? Так, ну это компьютер. Ванная. Ну давайте в ванную сходим. Я не знаю зачем, но думаю. Может быть, здесь какой-то есть ответ. Все еще полный пакет. Хорошо. Так, 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 зал. Туалетная бумага. Зачем? Не знаю, но возьмем. Еще раз. У меня уже бумаги хоть достаточно. Ладно, шкафчик. Пойдемте посмотрим, что здесь есть. Зубная щетка. Так, это мы ничего не берем. Вот, ой, уточка, уточку. И вам, кря. Чего говорит? Известный Утин голос. Да, Дональд Дака, да? Так, швабра. Вроде здесь нет гостей. Да, слушайте, вот это вот. О, выглядит чище микроволновки. Да, чувак, блин. Ладно. Давайте. Порудуем. Значит, нам сказали вернуться в зал непосредственно, да? Вот это вот смерть. Так, давайте прикинем. То есть для того, чтобы зарядить, нам нужно микроволновку сюда захерачить. Но для этого нужно будет. Давайте на грязь. Только для финишных работ. Если вы понимаете, о чем я. Да, ладно, давайте так. То есть это грязь, да? То есть нам по большому счету нужно это вытереть. А вытереть. Так, стопы. Ну-ка. Так, полотенце мы не возьмем, это мы ничего не взять не можем, да? То есть надо, по идее, чем-то вытереть эту грязь, чтобы туда положить телефон. Но давайте скажем, поспрашиваем смерть. Так, обожди здесь, подожди. Так, помоги мне зарядить. Эй, Сара. Эй, Сара. Я лузер и застрял здесь. Так, мне что, учить вас поиску в сети? О, слушайте, подождите-ка. А может зубной щеткой подраить, а? Крепкая грязь. Надо было кислоты чужого, как минимум. Да, помните, да? Это отсылочка. Этот фильм «Чужой», там уже кислотный такой чел. Ну ладно, давайте иконки. Никогда не знаешь, что заставила винте заставил. Так, 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 так. Ладно, это кабель. Поиск. Как зарядить телефон без зарядного? Лайфхак убить. Так, понятно. Попробуем. Чего он? Подожди, что-то я не понял. Как он зарядил его? А, магнит. Так, блин. Вот что за хрень, да? Я же туда магнитик клал, сука. Я же сразу догадался, что надо магнитик туда захерачить, а потом и телефон. Ну, не сразу, со второй попытки, но неважно. Да, да, я понял, да. Нам нужен магнитик. Не помогает. О май гад. О май боже. Так что ли? Я совместил такой фрукт и робота. Мир может рухнуть. Ну все, так. А, вот так вот, я понял. Так, открытые дверцы закрываем и херначим. Работает микроволновка, окей. Так, хорошо, давай, давай, давай. Все еще сдохшие, волны слишком слабые. Ну а если еще раз? It's still dead. Waves are too weak. Слишком слабые. Окей. Ок. Ок, 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 ок. Nope. Not an option. Вообще не вариант, да?
Ну, а если их совместить? No idea of such a combination. Ага, не умеешь, да? Хорошо, то есть нам стоп. Наверное, здесь где-то есть еще магнитик. Магнитик. The gold is fake. This thing is peeling off, showing the dirt underneath. Welcome to the online world. I call it golden butt, to be brief. My, but actually. Блин, ни хрена. Ну давай-ка посмотрим, как это зарядить. Нет, подожди-ка здесь. А, чё я тут? Точно, мы же это, у нас же сейчас компьютерный этот. Да, мы компьютерный гений. Я не знаю, что все так хорошо. А как тебя, сука, убрать это с гребаные? То есть по идее. То есть мы сейчас подключить ее уже не можем, да, это? Cyborg O. Let's plug. There are no. I thought removing. Let the owner. How to charge. Ну да. Ну да. Подождите. Последний сон, Соня. Нет, это. А, то есть можно. А, мышкой, точнее, колесиком можно, да, я понял. Кабель. Блин, а как тебя можно. You never know. Ладно. Я ничего не можем взять больше. No more guests. Да, вот я также, собственно говоря, в Петьке Ивановиче. Да, вот так же и в Колобках тоже ходил и думал, да гребаные, сука. Чтобы такое бы, блин, захерачить. Так, ну это суп, ладно, закрой дверь. Не берешь, да, человечка, блин. Слушайте, какой-то у него, блин, рацион питания нет. Хотя у него получше рацион питания. У меня либо пельмени, либо пюрешка этого, ну, вот, быстрого приготовления. Либо хрен знает что. Так. Ладно, Сара, давай-ка подсказывай. Я тупой. Я очень тупой. Я лузер и ничего не. Давайте осмотрим микроволновку. Ну. It's not cool. Возможно, два раза что ли ее. А, так, давай, закрываем. Ну. It's still dead. Waves are too weak. It's still dead. Да нет, тут как-то, блин, надо либо это. Может, газировкой? Что это ваш желудок? Фу. Ну, слушайте, да, газировочка, оказывается. А потом туалетной бумагой, да? Нет? Ну, пошел к процесс колонизации. А, может быть, сюда прям положить, а? Я не могу быть так жесток с гаджетами. Ну, ладно, окей. Так, потрём. Ага, сработал, все это нужно это протереть. Ну, а теперь бумага. Ну, слушайте, ну я прям мегамозг. Добавил бы крутым лайфхак видео. Все, ой, не туда. Так, мы опять за внутрь вот эту хрень закинули. Ой, нет, дверь. Да, правильно, игра подсказывает мне, что нужно дверь закрыть, все верно. Вау, мощь микроволн.
Я эту мощь чувствую по запаху. Это были остатки завтрака. Так, теперь нам нужно забрать это, правильно? И отдать это смерти. Он ожил. Зови меня некромантом, потому что твой телефон ожил. Alive. Я, кстати говоря, отойди-ка. Хренак себе такой лифтяра Так. И все вот это путешествие в другой мир реально? Так же реально, как и я для всех. Я в деле. Это же шанс замутить самый чумовой видос всех времен. И ты не боишься вонючих дыхания других миров, одинокого вечного дрейфа для бескрайнего горизонта? Слушай, чувак, канал подыхает. За рекламу стали меньше платить. Если не залью что-нибудь погорячее, придется искать настоящую работу. Да я же в страшном сне вижу себя таксистом, уборщиком или строителем. Бля. Никаких больше бесплатных ништяков. Никто больше не даст денег за то, что я сижу в этой заднице. Это самый большой кошмар для любого блогера. Ладно. Ну что ж, дорогие подписчики, ожидайте моего прибытия. Лайкайте, подписывайтесь, кто еще не успел. Наше приключение начинается. Стоп, самое важное, чуть не забыл. Щелк, да. Ну как же без... Да, фотка на память. Так скучно. Сейчас поправим. Ненавижу свою работу. Так, куда-то мы загребли. Но не туда телефон. Давайте позвоним. А может позвонить можно кому-нибудь? No. Тут нет панели на... Как нету? Особая линия для звонков смерти. А, это для тебя. Ну, а ты хоть что-нибудь можешь там поболтать? Давайте узнаем, где мы. Станция между двух миров. Один сверху, другой под землей. И здесь единственное место, где я могу расслабиться, сменить одежду. К сожалению, моя мантия не бессмертна. Ну окей, будь здоров, много не пей, а то умрешь. Такая шуточка, да? Ну ой, да ладно тебе, дай мне... Блогер всегда дает халявный VIP-доступ. Ну, я блогер. Только мертвый. Да ни хрена я еще не мертвый. Ну блин, ну смертушка, ну дай мне си. Ай, блин. Вот такая вот, да. Теперь многие, наверное, понимают, что такое вот. Ах, жизнь блогера. Да, в общем, жесть, кошмары. И смерть. Смерть. Робот. Ну-ка, давайте послушаем его. Ну, давайте поприветствуем. Его как-то надо включать. Приветствую, мертвый путник. Компания Силы Зла, рада приветствовать вас. И предложить замечательную поездку в ад. Ты робот? А ты, наверное, робот, контролируемый злым искусственным интеллектом? Невероятно, но вы, наверное, тоже. Я буду звать тебя Сири. Нет, за это они выпишут мне миллионный счет. Может, не он. Хотя безопаснее будет никак тебя не называть. Тут нужен билет? Нет, поездка бесплатна. Наслаждайся своим путешествием, кушайте, пейте без ограничений. Есть маленькие дополнения к стандартному соглашению мертвого путника. Но о них узнать только по прибытии в ад. Блин, прямо как в моем банке. А дай-ка выпить, дружок, а? Сделай мне выпить. Сболтать не разбешивайся. Этот рецепт эксклюзивен для определенной персоны. Пожалуйста, возьмите шампанское. Сука, ты вот, блин, и тут на, понимаете, вот тут тоже на, да, ограничения, представляете? Блин, в загробном мире уже нельзя выпить нормально.
Так, ладно, вызывай. Нет, стоп, стой здесь. Я еще не осмотрелся. Подожди. Или уже нечего смотреть? Трамвай. А пойдемте трамвай посмотрим. Hello? Агу? Кому тут нужен новый крутой ангел? Никого. Умные мысли. Вау, серьезно? Визитка. Так, что это еще такое? Лучше звоните смерти, номер 555-102-2. Ага. Визитка смерти. Нормальненько. Липкая лента. Это не я, пленка просто такая старая, шлепнет пальцем. Ну, я думаю, это нам пригодится, да? Да. В общем, я сейчас буду забирать все, что попадется под руку. Вот знаете, шаловливые руки. Вот все, что под руку попадется, все, что плохо лежит, все будем забирать. Ты можешь как-то побыстрее бежать? Мне холодно. Ну да, я такой, блин. На, так, побежали. Так, это адский мост построен на деньги, на деньги, украденные чиновниками. Спасибо, круглосуточно горячая линия. О, блин, у нас бы, слушайте, было бы вот так, если в реальности будет, пригодится. Так. Да, надеюсь, что если это в реальности будет, надеюсь, вот чиновники, блин, все-таки рано или поздно плохие, не все. Есть и хорошие чиновники. Ну. Так, ну что ж, робот, давай вызывай, в общем, карету, поехали. Пункт прибытия ад. Да, так, амузон. О-е, детка. И все? Ну, окей, ладно. Стой здесь. Пошлите. Поезд. Может, там дадут нормально выпить, а? Эй, привет, слышишь, сюда. Ну, чего? Ты что такое? Сувенир за поездку в ад? Мне нужна твоя помощь, мужик, реально. Забери меня в ад. Кто-то таков, и почему именно я? Ну, давайте, а об этом вы узнаете чуть во второй части эпизода по данной игрушечке. На сегодня все, пока. С вами был я, Мастер Квартирин. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Ну, а также не забывайте подписаться на канал, если вам понравился видосик, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи. И увидимся.